А ты что здесь делаешь? Привет, Миша, мы созданы друг для друга. Миша, я хорошая, Миша! А ты что в Греции? Моя умотала в Афины отдыхать с мужиком. Пипец, у меня шенгена нет. А я тебе помогу. Завтра Жорик идет на Гларос. У меня там живет близкий, Марка. Надо будет ему кое-что передать. Меня зовут Марко. Вы привезли мне мое кое-что. Спасибо. В этой банке находится очень ценная мне вещь. Леха, греки завтра тебе сделают новый паспорт. Ты первым рейсом летишь за девицей. Выпьем. Чё? Короче, самая красивая баба по любасу. Дочка в мафиози. Господи, боже мой, что ж происходит-то? Тихо, что? Вы украли его. Чё он гонит-то? Он думает, что мы его штуку из банки сперли. Пока оно не найдется, вы останетесь на острове. Хватит с меня этих мафиозных базаров. Пора звонить девицу. Теперь посмотрим, кто кого. Решил я навестить племянника. А тут такие дела. Мое предложение очень простое. Владимир, да я проблемы твои решаю, пока ты гречку топчешь. Я возвращаю вам содержимое банки. Я здесь на задании. Сопротивление бесполезно! А вы мне моих парней. Russian Federation, да, Виктор?